Сегодня поезд здоровья с врачами приехал в поселок Первомайск. Медики говорят, был аншлаг. Пришли около 200 пациентов. Среди них были и украинские беженцы. Всех приняли и осмотрели врачи из Днестровской поликлиники. Это невролог, к нему выстроилась самая большая очередь. Еще были гинеколог, окулист, онколог и психиатр. Всего Коротная, Незавертайловка, Первомайска смотрено 279 человек. Люди довольны, люди рады, что такие поезда здоровья существуют. Тем более Первомайск, возможно, это еще связано с отдаленностью региона, потому что тяжело с транспортом, тяжело добираться. Узкие специалисты в связи с ковидом приезжали реже. Поселок Первомайск находится в 15 километрах от Днестровска. Здесь в местной амбулатории обычно принимает терапевт и педиатр. В город к врачам жители Первомайска обращаются редко, далеко и часто некогда. А сегодня профильные специалисты приехали к пациентам сами и выявили несколько случаев подозрения на рак и глаукому. Десятки пациентов направили на обследование. Акцию «Поезд здоровья» запустил Минздрав. Это когда в село приезжают профильные врачи из города. Следующий «Поезд здоровья» на юг Приднестровья приедет в сентябре, а в апреле врачи поедут в села Каменского и Рыбницкого районов.